Так, я начинаю запись о том, то что я попал в какую-то лабораторию. И странно, что тут дверь открыта. Они тут тоже открыты. Тут двери открыты. Стол выбросил. Что это такое? Мне надо изучить это место. Что это такое? Это что за человек там? Ладно. Посмотрим дальше. Осмотрим эти места. Оно работает хоть? Нет, не работает. Не работает. Так. Так. Ничего такого нету, да? Если этот компьютер даже выстрелом не вырубить, как он тогда работает? Я проверил то место. Теперь надо это место проверить. Что за вентиляция такая? Ой. Так, сейчас. Я здесь пройдусь. Так. Надо пройтись. О, вот здесь ничего нету. Можно выключать. Так, можно выключать фонарь. Так, тут ничего нету. А чё тут дверь открыта? Что это за место? Что это место такое? Так, чё это там такое? Это что такое? Что это? Я лучше закроюсь. Нет. Я не пойму, что это сейчас было там. А, вот так выкину я. Чё это тут делает? Что это такое? Что за это коробки тут? Непонятные боеприпасы. Так, ладно. Пулемет. Окей. Давайте посмотрим здесь еще некоторые комнаты. Так, что у нас тут? Столовая? Что за столовая тут? Что это за столовая тут? А? Что это еще было? Я не понял. Кажется, тут есть Кажется, тут либо есть что-то, либо у меня крыша поехала. Ну ладно, так. Надо. Мы столовую сейчас осмотрели. Ребята, я не пойму, что это за дичь такая. Так. Тут нерабочий лифт. Так, мне надо идти и просмотреть, что тут есть. Я, благо, вот это еще успел взять с собой. Так, что там у нас? Там пустота какая-то. Я туда не собираюсь прыгать. Ах. Так, я возьму гранату на всякий случай. Так, ладно. Ладно. Лучше просто ходить. Ах, я упал. Так, ладно. Мне надо как-то туда пройти. А! Ой, блин, такие представления сейчас у меня перед глазами прошлись. Ладно. Мне надо туда прыгнуть как-то. Ох. А! Получилось. Я запрыгнул. Так. Мне надо исследовать это место. Что это за местность такая? Тут есть вообще лестница? Кстати, о лестнице. Куда она пропала? Где она? Стоять. Я что-то там вижу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, плохая идея. Такие жуткие представления у меня. Так, как же туда попасть мне? Как туда попасть? Может, получится. А что, если я... Фонарик выключился. Блин, работай. Блин, ребята, я не пойму, что мне делать сейчас. Я жду, когда энергия на фонаре восстановится. Так. Ага. Что, если приставить...
сейчас ровно 5-я минута. Нет, я такое представлять не хочу. Я не хочу такое представлять сейчас. Так, только как мне туда попасть? Мне нужен проб какой-то. Или как мне туда еще попасть? Ага. Как... Что это за место такое? Я реально понятия не имею. Что если приставить... Так. Так, я сюда сейчас залезу вот так. О! Я думаю, так получится. Ну-ка. И... Не-не, тут реально нужно думать, как туда попасть. Если я сейчас просто сделаю вот так, то я, наверное, попаду. Ну-ка. И раз, два, три. Не, я рисковать не хочу. Я думаю, что если я реально туда прыгну сейчас, я умру. А мне такие представления не нужны. Я только это представляю. Мне нужен срочно какой-то проб найти. Тут хоть что-то есть, как сюда забраться? Как туда добраться, я не пойму. Так, ладно. Я попытаюсь. Хоть что-то тут ломается или нет. Если получится, то... Ах, блин. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Что же будет реально, если я туда прыгну? Вот типа я вот так вот сделаю. И... Долечу или нет? Мне уже... Я ничего не вижу. У меня фонарик опять потух. Ах. Так, ладно. Как мне туда попасть? Дурацкие представления. Раз, два, три. Я попал все-таки. Все. Это что такое? Что за шар? Что за шар? Я не пойму. А что это? Ну, привет! Что? Кто ты такой? Что? Показалось. Просто показалось. Ах, только мне нужно как-то выбраться отсюда. Так. Что? Откуда это? Откуда это появилось тут? Нужно аккуратно быть. Что? Что это такое? А ну... Что это еще было? Что это такое? Что за странное место, я не пойму. Но почему я могу это удалить? О, лестница! Только как мне до туда добраться? Ох, блин, меня телепортировало сюда. Стоять, что? Я рядом с лестницей оказался. Ну, стоп. Я вижу там какую-то комнату. Так, что? Это за комната? Так. Может туда прыгнуть? Что это за место? Что это? Что это еще было? Они мне тут кажутся. Это, кажется, у меня галлюцинации. У меня точно, наверное, крыша поехала. Но что это за место такое? Что это? Что это? Откуда он тут появился? Он меня не тронет? Да? А! Что это с ним? Что он делает? Ах. Нет, пожалуйста, пропади. Так. Что? Он пропал. Ура. Так. Если он пропал, мне надо зайти в эту дверь. Что это за дверь? Так. Куда ведет эта лестница? Что это за место? Погодите-ка, что это такое? Компьютер? Ах. Зачем он мне нужен? Так. Тут что-то не так. Тут реально что-то не так. Откуда этот стул? Ах. Его выкину отсюда.
Нужно перевернуть тут все. Дурацкая клавиатура. Дебильный компьютер. Что они тут делают? Так. Тут можно наблюдать, наверное, за чем-то. Мне надо уйти и посмотреть, что тут. Так, тут что? Тут закрыто все. Ладно. Придется покинуть это место. Так. Мне надо... Что это такое? Стоять. Я посмотрю наверху. В самом верху что у нас? Так, ничего такого особенного. Ой, надо в спец схватиться было. Так, я схватился. Так, что там? Я, кажется, там был. Или не был? Я там не был. Или я был там? Что это за место? Куда я попал? Так, ладно. Лаборатория какая-то. Что тут? Что за звук такой громкий? Что за звук? Эти кнопки не работают. Или работают? Что тут у нас? Лаборатория какая-то непонятная. Отсюда исходит звук где-то. Я не могу это слышать. Ладно. Что это? Откуда он тут? Откуда он тут? Где мой этот пистолет? Мой пистолет! Его тут нету. Ладно. Пройду-ка сюда я. Что у нас здесь? Лаборатория, точно, лаборатория какая-то. Что это за вода? Я не уверен, что это вода именно. Что тут вообще происходит? Что это за стул? Что это, я с ним могу взаимодействовать? Взаимодействовать я с ним могу? Нет, я не могу. Ах. Надо пойти и посмотреть. Здесь что тут? Что это за камера? Это, кажется... Камера с огнем. Что он делает? Привет! Привет! Что? Ты кто? Так. Я не пойму, что тут происходит. Так. Ну тут выбитое стекло. Так что? Что? Что это сейчас было? Откуда он тут? А! Что это сейчас было? Что это? А! Господи, я не пойму, что это такое? Твой черед! А! Что я тут делаю? Нет! Я вышел. Я вышел отсюда. Нет, мне надо срочно убежать отсюда. Посмотреть надо. Тут все как... Что это тут происходило? Что это? Нет, надо все двери тут понаоткрывать, пооткрывать. Стоп, это похоже на президентские столы. Что это? А, что это за вещь? Надо ее сломать, выкинуть ее. Что это вещи тут делают? Что за часы? Что за шар? Что за глобус такой? Его надо выкинуть. Сломать. Чё это за стул? Я не пойму. Чё это вообще лицо? Я не пойму, чё это такое. Так. Вот это лицо. Я поставлю-ка сюда его. Он укатится. Он будет кататься. Ладно. Меня очень сильно пугали эти лица. Так. Что это такое? Что за дантизм тут неопытный проводился? Что за лаборатория, я не пойму. Над кем тут издевались? Кого тут пытали? Кто плачет? Это я! Это я! Что ты... Кто ты такой? Так, эти
Эти кнопки вообще не работают. Так, ладно. Мне надо посмотреть еще, что тут есть. А я сюда, наверное, не заходил. Да, сюда я не заходил. А нет, я сюда заходил. Так, это получается, я что, эту местность изучил? Не совсем. Что за... Не совсем. А, в смысле? Пропади! Оно пропало? Ладно. Так, мне надо еще куда-то пойти. Где тут лестница эта была? Тут лестница была. Ладно, мне надо по ней побраться. Добраться и разобраться, что тут везде происходит. А, на. Так, мне надо, значит, в этот лифт прыгнуть. А, что за это лифт? А, ладно. Пойдем сюда. Это же место начала, откуда я пришел. Что это было? Сейчас у меня... Нет, я не пойму, что это еще было. Нет. Бррр! Не-не-не, мне такое представлять не надо. Я такое представлять не хочу. Что тут будет? Не-не-не, это тоже дебильные представления. Я вот представляю, типа сейчас отсюда такой монстр вылезет. Типа опять вот этот черный или кто-то еще. Да блин, конечно, такие представления. Я не пойму, что будет. Ладно. Все-таки надо куда-то идти. Тебе конец.